Бутылки, пакеты, обертки, остатки еды, обугленное место от костра и окурки – вот что обычно остается на пляжах после отдыхающих. Купальный сезон – дело приятное, но наши прибрежные территории страдают от наплыва горожан. Несмотря на многочисленные предупреждения по соблюдению чистоты, люди умудряются оставлять кучи мусора даже на охраняемых участках. Сегодня отряды «Жасыл-Ель» выбрались к одному из частных пляжей возле 41-го разъезда, где собирали мусор. Мы командиры отряда «Лесхоз». Мы работаем сейчас на данный момент возле пляжа Алау. В отряде у нас работает 140 человек. Работают и школьники, и студенты разных колледжей, университетов, разных школ. Очень масштабное загрязнение водоемов, рек. Получается, в этом году уже начинается сезон купания, когда можно купаться, но у берегов реки, океаны, очень много мусора. Поэтому проходят такие акции. Ребята убираются на пляжах каждое лето, пока идет работа трудовых отрядов. В этот раз в акции «Чистый город, чистые берега» участвуют 140 человек. Сегодня они убирались на одном пляже, а завтра будут наводить порядок уже на соседнем. В целом отряды «Жасыл-Ель» планируют очистить от мусора как можно больше таких территорий до конца лета. Тамирис Шумабаева, программа «Факт».